В Красногорске проходит ежегодная акция «Помоги четвероногому другу». 19 и 20 марта с 10 до 20.00 в ДК Подмосковья можно принести корма в заводской упаковке, наполнители для кошачьего туалета, игрушки, миски, лотки и лежанки. Все это отправится в мини-приюты и волонтерам, у которых на попечении находятся бездомные животные. Также дополнительный пункт приема помощи открыт в Павшинской пойме по адресу Красногорский бульвар, дом 7, второй подъезд, ежедневно с 13 до 18 часов.